Многодетная семья Денисовых воспитывает троих детей. Весной молодые родители ждут пополнения и расширения жилищных условий. Екатерина – учитель начальных классов, Александр – оператор нефтехимической установки. Свое первое жилье, двухкомнатную квартиру в новостройке, приобрели в ипотеку в 2020 году. Еще не успели обжиться, как пришла радостная новость. Подошла очередь на получение сертификата по программе помощи молодым семьям. Для нас это вообще быстро пролетело время. Встали мы на программу в 2019 году еще. Ну, заинтересовало нас то, что идет помощь от государства, во-первых. Ну, не дождались чуть-чуть этой программы и взяли уже сами в ипотеку жилье. Ну, сейчас будем расширяться. Увеличить жилплощадь молодая семья сможет благодаря социальной выплате. 1 300 000 рублей Денисовы смогут потратить на покупку или строительство нового жилья. Участниками программы могут стать молодые родители в возрасте до 35 лет, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Еще один нюанс – семья должна постоянно проживать на территории Тюменской области. Документы мы собирали несколько дней, ну буквально дня три, наверное, уже у нас на это. На данный момент, вот сейчас, в этом году повторно, когда собирали, всего ушел один день. Так что сейчас даже гораздо проще это все и быстрее. Мы будем расширяться, квартиру брать большей площадью. В 2023 году в Тобольске новое жилье смогут приобрести еще 57 молодых семей. Причем большая часть из них многодетные. Сертификаты на социальную выплату счастливым родителям вручил глава Тобольска Максим Афанасьев. Размер финансовой помощи у каждой семьи свой. В сумме у нас идет размер на сегодняшний день порядка 243 тысяч на человека. То есть если у нас молодая семья состоит из определенного количества, то и расчет идет именно от этого. Молодые семьи могут направить данный сертификат как на приобретение жилья, как на погашение уже имеющегося кредита, так и могут направить на первоначальный взнос при получении нового кредита. За время действия программы свои жилищные условия улучшили почти 1500 семей. Еще 400 ожидают своей очереди. Мария Гребенюк, Ярослав Прохоров, Тобольское время.